груди, там что-то вот так вот. Машину ставил. Вот такую. Пока грех. Смотрите, самое дешевое. Вот текущий кузов. Вы знаете, так вот. Сейчас скажу. Вот это. Вот это. Вот он. Сколько? Я не вижу нифига, не слышу. Стой. Вот. Ух ты. В среднем цена 1 600 000. Понятно. У Лили такая была машина? Нет, ну как же смотрел, я в интернете смотрел, но там не люди. В интернете вообще не смотрел. В интернете не можете вообще не смотреть. В интернете непосредственно все желтая пресса. Цен то, что нету. Бэушную покупать, да? Не надо бэушную. У нас своя бэушная. У нас своя бэушная. Покупать, так новую надо брать. А новую, значит, по бюджету надо брать. По бюджету.
ну, подставишь и паркуешь машину. Получите сигнализацию с автозапуском, защиту стальную картера, ДВС, напишу защиту ДВС, сетку защитной решетки радиатора, которая защитит ваш радиатор как основной, так и кондиционера, если вы особенно часто ездите по трассе защиты, кавры. То есть этот пакет оборудования, он у вас уже будет, вы на это дополнительно свои личные средства уже затрачивать не будете. Мой личный номер телефона, вот мне еще раз Владислав, машина у нас на